Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы, а также гости моего канала. Вот, я в 2021 году высаживал фасоль. Ну, купил в магазине фасоль, просто размочил ее, естественно. Надо бросить в воду с водой, как бы, эти семена. Вот, и а для чего я делал? Ну, чтобы, думал, картошка будет покрупнее. То есть, когда сажаем картошку, и рядом сажал, в эту грядку сажал фасоль. Фасоль цвела, была, вот здесь я набрал немного фасоли, вот, еще в 2021 году, не в этом году. В этом году я не сажал. Вот. Я ее сажал белую. То есть, я покупал белую фасоль, а мне выросла черная. Почему-то, не знаю почему. Вот такая фасоль, вот она. Я покупал белая, она росла. Может быть, она перепылилась. Я здесь вот набрал немного. Надо пошелушить ее. Можно съесть даже ее. В принципе. Вот она, видите, черная какая-то. А я покупал белую. Не знаю, что она перепылилась, наверное, что ли. Вот здесь я наткнулся. Я сегодня уборку затеял. И, короче, я смотрю, пакетик лежит. Думаю, что там такое. О, фасоль. Она не очень крупная выросла. Она была. А в этом году не было. Даже вот если даже семена упали в картофель на делянку, не было этих, как бы фасоли не было. Видимо, они, наверное, замерзают. Они, семена не остаются на следующий год. Ну, сейчас мы это дело обшелушим, все это дело. Ну, так набрал. Можно было не набирать, конечно. Было не фасоль сажать, а бобы. Бобы, они всегда крупные бывают. А фасоль, она всегда мелкая. Я сегодня подмел себя здесь. Влажной тряпкой прошелся. Думаю, а то лежит, мне тут уже месяц не убираюсь, нифига. Думаю, надо убраться все-таки. Даже вот когда убрался, так приятно смотреть. Палас чистый. Ну. А то ходишь. Вот, ну я хотя в ботинках не хожу я в обуви. Я тапки одеваю, но все равно с ногами пыль и пыль носится. Сейчас обшелушу. Можно сварить, съесть, в принципе. Я говорю, сажал белую, выросла черная или красная какая-то. Почему-то перепылили пчелы. Где-то у меня даже сумка есть, это был перец такой, стручковый, горький.
Я как-то рассаду покупал, ну, перца, готовую рассаду. Блин, смотрю, этот самый стручковый, такой горький, подсунули мне. С вами канал «Все для огорода». Сейчас вот мы здесь берем это все это дело. Вот. Думаю, а тут что-то пакет какой-то лежит. Сунулся там это. Фасоль. Мелкая какая-то, не знаю. Зачем мне нужно? Блин, упал, зараза, на пол. Только подмем. Сейчас опять насоришь этой фасолью. Ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Спасибо за просмотр. То скажете, ерунду показывает какую-нибудь. Жмите на колокольчик, чтобы здесь есть видео. Всем пока-пока. Приглашайте на чайный кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр.